Ты цела? Ага. Узнаешь кого-нибудь? Нет. Еще несколько. Не знаю. Рассредоточиться. Кирпичей и бутылок можно отвлекать и обездвиживать ничего. Рассыпаться, прочесать местность. Там кто-то есть.
их много. Говорила же. Смотри-ка сюда. Ну и в жопу этих псов. Заберем себе. Что там у нас? Есть Ой, что-то? Вон там. Элли, ложись. Где ты? Ну, а где патруль Адрианы? Эй, вы двое! Она от нас ушла! Что? Что-нибудь видно? Нет. Проверить крышу. Я гляну, что здесь. Она точно не на улице? Точно? Как она могла туда залезть? Не знаю. Остальные в курсе? Грег пошел в Capitol Hill. Он приведет ребят, должны быть уже на подходе. Шарлотта? Эй, что там у тебя? Посмотри, что с ней. Сейчас. Шарлотта мертва! Что это за тварь там? Проверить все. Марш! Думаешь, это все? Даже выяснять не хочу. Полуавтоматический пистолет. Револьвер. Патроны для револьвера. Ноль. В магазине. Два. Однозарядная винтовка. Винтовочные патроны. Полуавтоматический пистолет. Патроны для пистолета. Три. В магазине. Ноль. В резерве. Момента всех чужаков расстреливать на месте. Выделить дополнительные силы для поиска второй женщины. Вернуться на базу до конца дня. Принести всю информацию. Вы получили как светошумовая бомба. Можно ли готовить? Вы получили светошумовая бомба. Вы получили
Цветы шума. Скорость перемещения в режиме слуха 2. Полуавтоматический пистолет. Патроны для пистолета. Чёрт! А если там? Заперт. Попробуем. Нам надо валить отсюда. Срочно. Как-то же ведь можно спуститься на улицу. Получилось. Теперь ты. Для просмотра нажмите. Кнопка сенсора на панели. Кнопка L2. Приблизить. Левый джойстик. Повернуть. Кнопка квадрат. Читать. Кнопка звук. Назад. Изготовление. Коктейль Молотова. Светошумовая бомба. Коктейль Молотова. Надо выйти на улицу. Вроде никого. Похоже, порядок. Так, вот, посмотри. Одна из них. Ну и пошла она. Читай письмо. Джордан, Айзек на 2 недели разместил нас на телестанции. Неподалеку видели шрамов. Надеюсь, вот это тебя подбодрит, Лия. Телестанция. Думаешь, она еще там? Не узнаем, пока не проверим. Так. Рядом с этими высотками. Нам туда. Ладно. Найдем эту Лию. Вы получили скорость перемещения в режиме слуха 2.
полуавтоматический пистолет. Патроны для пистолета. 3. В магазине. 2. В резерве. Ты в норме? Ага. Я думала, мне точно кранты. Спасибо за помощь, кстати. Не за что. Так это и есть псы. Арсенал у них серьезный. Не то слово. Ты ожидала, что их тут будет так много? Томми меня предупреждал. И как, ты не передумала? Нет. Не нарваться бы на патруль. Уже не раз пытались меня выкурить. Сколько? Было два, но их наверняка больше. И когда до них дойдет, что мы выбрались... И поубивали их друзей? За нами ринется вся орава. Коллекционная карта. Кинарт, Эсквайр. Как думаешь, в этих домах что-нибудь осталось? Всегда что-нибудь дозаваляется. Это ж надо было так, из-под тишка. Они не такие, как мы. А вдруг мы беженцы? Вдруг мы, знаем что-то важное? Видимо, их это не волнует. Я вот чего не могу понять. Почему они не убили вас с Томми, когда был шанс? Не знаю. Это неразумно. Может, они тупые. Может. Что? Может, просто вы не те, кого они искали? Вот вас и отпустили. Только они нас так отделали. Этот Джордан мне лицо разбил. Да, но почему они не довели дело... Уже не важно. Они облажались. Да уж. Как звали эту девчонку в записке? Ту на телестанции. Лия. Это та, которая... та, которая с косой? Нет. Я помню только, как она рыдала рядом с тем садистом, когда я рожу ему порезала. Так, что мы будем с ней делать? Вроде даже отсюда вижу. Как поступим? Посмотрим. Где-то здесь. Она точно не из шрамов? Она была на лошади. Она не с ними. Ну, тогда шрамы ее прихлопнут. Давай сделаем дело, а? И потом пойдем поедим. Трусика!
еще остались? Вроде нет. Хорошо. Черт. Кого-нибудь узнаешь? Нет. Патроны для пистолета. 5. Магазин полуавтоматика. Эта зона просто огромная. Да, большая. Как думаешь, псы рассредоточены по всей зоне? Надеюсь, нет. Вообще проникает нарушитель. Тем же путем, каким уходят дезертиры. А я дезертиров ненавижу. На них мне насрать. Не хотят оставаться, нет смысла их держать. Застать Лию одну. Тут же полно псов. Мы за минуту ее расколем. Ты будешь ее колоть? Если придется. Нет, ну. Изготовление. Аптечка. Нет нужных. Они повсюду. Это будет пустовать. Я так и не поняла, какого. Заметь. Это они! У машины! От удара нажмите кнопкой L1.
Винтовка. Я могу опять напортачить. Лучше ты иди. Это твоя обязанность. Иди проверь чертовы ловушки. Я схожу в конце дежурства. Ты хочешь возиться с минами в темноте? Если тебе что-то не нравится, сделай сам. Тихо. Как хочешь. Все в движении. Смотрите, вон они! Внутри! Сюда. Полуавтоматический пистолет. Патрон револьвер. Патроны для револьвера. 0. В магазине. 5. В резерве. Ну вот, мы по другую сторону блокпоста. Что дальше?
Эй, Дина. Ага. Давай руку. Смотри, круглое здание. Похоже на телестанцию с карты. Да. Идем. Я не знаю, как бы справилась тут без тебя. Надо же. Вот черт! Что это было? Он попал в ловушку. Во что? Взрывные ловушки. Смотри под ноги. Куда ты идешь? Одну секунду. Черт, ни одного шрама, еще 4 часа тут торчать, блин. Переключение между оружием в кобурах нажимайте. Кнопка влево. И. Куда ты идешь? Одну секунду. Псов нет? Так-то не видно, но трудно сказать. Надо вот здесь спуститься. Элли! Срань! Я в порядке! Давай! Вдруг ее там уже не будет. Я не хочу сейчас об этом думать. Изготовление. Опустить коктейль молотого в свете шумовая. Надо бы такие растяжки расставить вокруг Джексона. Хорошее средство против Орды. Да, это мысль. Хотя могут и люди случайно напороться. А мы знаки поставим с предупреждением. Не все же умеют читать. Мы их нарисуем. Типа, нога задевает провод, и потом большая...
Я могу такие смастерить. Ты мне нравишься. Напиши мне расписку. Эй, смотри. Как думаешь, кто это? Кто-то, чью любовь мы должны ощутить. Как думаешь, она связана с псами? Не знаю. Какая-то дикая хрень. Твою мать. Их расстреляли. Смотри. Лошадь Томми. Зараженные ее изрядно погрызли. Все в порядке? Да, прости, просто такая вонь. Ладно. Должно быть, он ушел пешком. Ты можешь идти? Да, конечно. Пойдем. Тут как будто ураган прошелся. В Бостоне ведь не так было? В Бостоне не было гражданской войны. Цикады не оказывали такого сопротивления. Видишь телестанцию? Да, она там. О, и тут трупы. Тут тоже трупы. Томми здесь точно проходил. Наверняка он прошел там. Прочное заграждение. Так, ну... Стой! Растяжка. Черт. Спасибо. Они тут везде. Они для зараженных. Все равно. Один неверный шаг. Да, надо смотреть в оба. Однозарядная винтовка. Доступные модификации. Устойчивость. Можно изготовить. Увеличение массы приклада позволяет уменьшить раскачку оружия. Емкость. Можно изготовить. Дополнительная шестикратная оптика. Можно изготовить. Оптический урон. Можно изготовить. Замена ствола. Шестикратная оптика. Можно изготовить. Оптический... Помповый полуавтоматический пистолет. Доступные модификации. Скорострельность. Устойчивость. Пистолет для скорострельность. Можно изготовить. Устойчивость. Можно изготовить. Отдача. Модифиц. Емкость. Модифиции под устойчивость. Скорострельность. Можно изготовить. Замена боевой пружины курка позволяет повысить скорострельность оружия. Полуавтомат. Револьвер. Доступные модификации. Скорострельность. Скорострельность. Можно изготовить. Замена боевой пружины курка под устойчивость. Можно и перезарядка. Можно изготовить. Урон. Можно изготовить. Револьвер. Полупомповый дробовик. Доступные модификации. Скорострельность. Можно изготовить. Устойчивость. Можно емкость. Можно изготовить. Удлинение труб. Помповый дробовик. Однозарядная винтовка. Доступные модификации. Устойчивость. Емкость. Можно изготовить. Дополнительный магазин не только обладает великим. Зарядный винтовка. Чтобы посмотреть в оптический прицел, нажмите кнопку крест при прицеливании.
Полуавтоматический пистолет. Револьвер. Полуавтоматический пистолет. Патроны для пистолета. 8. В магазине. 0. В резерве. Плотно они тут ловушек наставили. Разбив оконное стекло во время боя, вы можете открыть себе новый путь, но непременно привлечете внимание врагов. Кнопка R1. Следующий совет. Наверняка он прошел там. Револьвер. Помповый дробовик, однозарядная винтовка. Доступная модификация. Устойчивость. Можно изготовить. Ее шестикратная оптика. Шестикратная оптика. Можно изготовить. Однозарядная винтовка. Доступная модификация. Устойчивость. Можно изготовить. Увеличение массы приклада позволяет. Емкость. Можно изготовить. Дополнительный магазин не только. Полуавтоматический пистолет. Патроны для пистолета. 8. В магазине. 0. В резерве. Плотно они тут ловушек наставили. Я думаю, сами-то они сюда редко заглядывают. И на том спасибо. Ты цела? Да. Да.